Ребята, всем привет! Вы на канале Страна Игрляндия. Вау, вот это начало! А вот теперь главное не спелить. Вот это правильно! Зачем держать на голодном пайке своих соперников? Вот спасибо! Вкусняшки сами идут к нам в рот. Вот только незаметно, как-то мы подросли, но совсем чуть-чуть. Недолго нам пришлось голодать. Каждый мелкий, когда есть еда, очень быстро вырастает. И уж очень неудобно, когда они заходят в твое пространство. Но дайте мне немного времени, и я сделаю так, что у меня будет хорошая безопасная зона. Видите, как круто, когда следишь за своими бустерами. Котейка что-то задумал, вам не кажется? Интересно, куда сейчас направлен его взгляд? А вот такого, я думаю, он не ожидал. Честно, мелкого заметил в последний миг. Столько стараний, и все могло пойти на смарку. С кольцом ничего не получилось. Но это не значит, что я на этом остановлюсь. Вот как же хорошо в нужном месте в нужное время. Постепенно растем в массе, но до топ-10 еще добраться не удалось. Хочу взять все в свои руки. И как можно быстрее подрасти еще больше. Жаль, у меня нет ускорения. Хотел взять бустер, но соперник меня опередил. Но, по-моему, удался маневр, и мы его обхитрили. Правда, нам мешает другой червяк, хвост которого закончился и препятствие ушло. Привет, привет! Какая удача! Ну же, откроет он нам место в топ-10 или нет? Собрал все вкусняшки и только 11 место. Не знаю, мне кажется, или все-таки в топ войти стало намного сложнее. Как же этот мелкий мне мешает? Бустер, конечно же, просто шикарный. Очень быстро, правда, заканчивается. Замкнуть кольцо не успеваю. А вот среагировать на ход соперника, конечно же, успеваю. И погнали собирать вкусняшки. Только вот вокруг крупных очень много крутится мелких.
Отлично, кольцо замкнулось. Вы представьте, этот с рогами как быстро успел отъесться. И я его узнал. Это тот мелкий, который мне мешал. И он сейчас в топе гораздо выше, нежели я. Приложу все усилия, чтобы это не продлилось долго. Сопротивляется, видимо, думает, что я совершу ошибку. А я ведь могу совершить. Ну вот, так бы сразу. В этот раз практически все вкусняшки, которые я съедаю, я их сам и заработал. Четыре 600 массы и четвертое место. Было опасно, мелкий мог в любую секунду повернуть в другую сторону. Зеленый молодец, рискнул, но потерпел неудачу. Шесть 200 и по-прежнему четвертое место. Какой упитанный у нас сегодня топ-10. И снова рискую. Хочу, чтобы видео было интересным. И еще одна удача. Я бы на месте соперника, понимая, что все, убивался бы об красную линию. Да что ж такое, четвертое место как зачарованное. Этого я пытался лопнуть уже не один раз. Агрессивный, это хорошо. Тем более, что мне очень нужны были вкусняшки, ведь у меня сейчас действует бустер. Надеялся подняться на первое место, но нет, если честно, я немного подустал и буду заканчивать. Всем пока и до новых встреч!